А тем временем на площади Победы собралось более 1500 детсадовцев. Вместе с Дедом Морозом они зажигали главную елку города. На ней в этом году новый наряд. Пришелся ли он по душе горожанам? Вместе с юными северодвинцами, сказочными персонажами, Дедом Морозом зажгли сегодня зеленую красавицу. Праздник новогодних хлопот и снеговика Гоши провели артисты НТЦ «Звездочка», а развлекали ребят волонтеры молодежного центра. Мы в этот год первый раз с ребенком, потому что ему понравилось. Вирки ему понравились, Дед Мороз понравился. По словам организаторов, на елке более 220 игрушек в световом решении, более 150 шаров, 250 метров световых гирлянд и множество других элементов. Ну что-то как-то в темноте надо смотреть, мне кажется, сейчас плохо. Видно, что там, что они там украшали. Кажется, вот это волны как будто бы из шариков сделаны. А так вот, ну, еще успели, не успели, только пришли, не успели еще рассмотреть толком, что там нарисовано. Вижу солнышко, вижу звезды. Вот я стою и смотрю, что вроде как раньше была красивая елка. Что явно не хватает на елке, то это и не хватает. Какая-то она получилась куце. Что-то такого нет, чтобы она внесла в душу радость. Она какая-то, ну, очень законсервированная. Елка простоит на площади Победы до 22 января.